это ты пол Минска занимаешь площадь? 5 гектаров. 5 гектаров? Лишнего ничего нет? Нет. То есть все под производственное? Да, и мы еще расширять производство собираемся на своих площадях. Значит, есть запас какой-то? Ну, мы подготовили уже, у нас сейчас идет проект по расширению производства, мы подготовили площади для установки нового оборудования. Холдинг «Планар» выпускает оборудование для производства интегральных схем. 7 видов оборудования у нас по каждому виду от 1 до 5 конкурентов. И наши конкуренты находятся... 7 видов оборудования, основных, но это у тебя? Основных, моих, да. Но в мире их... В мире их больше. Больше, да? В СНГ у нас конкурентов нет. Понятно. Уровень локализации производства нашего составляет от 65 до 80% по разным видам оборудования. То есть ты создаешь, грубо, станки оборудования, да, с локализацией 60 до 80, да, но по импорту закупаешь еще кое-что? Немножко совсем. У нас свое производство оптическое полностью, вся оптика своя. Обработка камня тоже полностью своя, механика точная тоже вся своя. Но она на мировом уровне? Да, конечно. Все оборудование, которое мы выпускаем, два основных есть направления. Оборудование для производства фотошаблонов и оборудование для фотолитографии, для кристального производства. Как мне когда-то на интеграле говорили, фотошаблон – это образец или основа, на котором производится схема. Совершенно верно, да. Да, да, да. Буквально один дефект фотошаблона делает схему неработоспособной. А для того, чтобы сделать схему современную, допустим, на 14 нанометров 70 слоев, на 65 нанометров 39 слоев. Вот, поэтому это очень ответственный этап, и тут важно не только... Без фотошаблона ты не произведешь никакую схему? Нет, ни одной схемы не произведешь. Фотошаблон же, по нему можно выпустить там сотню, тысячу... интегральную схему, не да, на каждую схему, да, ты конечно, делаешь. Конечно, конечно. Вот. Понятно. И дальше. Следующий вид оборудования – это оборудование для полупроводниковых пластин. Это вот с фотошаблона переносит изображение на полупроводниковую пластину, потом, ну и так каждый слой, для каждого слоя нужен свой фотошаблон. И вот это оборудование, которое это переносит, я понял, это направление у нас немножко... отстает. Оно наиболее инвестоемкое, требует больших и затрат, с одной стороны, и поэтому оно немножко запоздало. Но сейчас мы его развиваем ускоренными темпами. Сергей, самое главное, да, знать, куда идти, что делать. Да. Это главное. Практически мы строим фабрику, если так можно образно сказать. Ну, как говорится, со временем будем все двигаться дальше, дальше, дальше. Но вот те достижения, которые есть сейчас, они не пропадут. Они будут использоваться и в других, в более... То есть это ваша база, это фундамент, да, для дальнейшего. Да, да. Совершенно верно. Понятно. Все, что ты выпускаешь, да, здесь, особенно на экспорт, это здесь сосредоточен. Да. Приезжайте, пробуйте, да, подходит, да, покупайте. Да. Да? Вот это вот примеры фотошаблонов. Да? Интегральную схему проектируют вначале в компьютере. Потом из компьютера при помощи генератора изображений рисуют вот такой рисунок. Это кварц, покрытый хромом, да, и делают в металле рисунок. После этого на степере... Но вот это реальный фотошаблон? Это реальный, конечно. После этого на степере осуществляют проекционный перенос вот этого рисунка на полупроводниковую пластину с уменьшением в 4 или в 5 раз. И получаются вот такие квадратики. И, допустим, Вот это этот квадратик. Да, маленький. Совершенно верно. Сота это. Да. И вот, допустим, если 39 слоев, значит 39 шаблонов, и по очереди проецируют вот сюда. Наносят пленку, еще раз проецируют. И получается вот такой. Получается такой пирожок. Да. Да. Потом пластину разрезают. Мы тоже делаем такое оборудование для разрезания на чипы. Сажают в корпус. Тоненькой проволочкой разваривают выводы. Контактным площадкам микросхемы приваривают ножки. Вот. Закрывают, герметизируют корпус и готова микросхема. Вот таким образом. Поэтому... То есть это конечный продукт, вот эти вот, да, квадратики, да? Да? В несколько слоев. Да.
и вот здесь машины наши. Это наш один из базовых материалов, ситал, это вид стекла, который не имеет практически температурного расширения, он очень стабилен. Поэтому во всех машинах мы используем его, и у нас специально есть технология и оборудование для обработки этого материала. И второй наш базовый материал – это камень, потому что он обладает выброкосящими свойствами, тоже не очень сильно расширяется по сравнению камень. С… Камень, да, габбродиабаз мы используем. Вот здесь установка тоже интересная, которая обеспечивает контроль фотошаблона, то есть она считывает из компьютера проект, что должно быть на фотошаблоне, и считывает с фотошаблона рисунок и сравнивает, и обнаруживает все 43 типа дефектов по стандарту СЭМИ международному. Ну вот что представляют из себя наши объективы. Это достаточно сложный объектив для степпера. Вот 27 линз, вот одна из линз вот здесь показана. Это все мы делаем сами полностью. И более того, мы даже производим оборудование для сборки этих объективов, которое никто в мире не поставляет. Это ноу-хау фирм, и нужно делать свое. Вот здесь тоже показаны фотошаблоны, а в этих двух боксах находятся генераторы изображений. Этот для технологии 180 нанометров, а тот для технологии 90 нанометров. И они позволяют вот как раз сделать первый рисунок, вот этот в металле, нарисовать проект на фотошаблоне. Вот эта установка, которая позволяет исправлять те дефекты, которые обнаруживает вот та предыдущая установка, которую я показывал. Здесь реализованы две технологии – исправление прозрачных и непрозрачных дефектов. Эта установка была признана лучшей в мире. Тут показаны вот различные изделия. Это все мы изготавливаем сами. Тут много разных видов оптики. Это изделие оптики. Для приборов, комплектующих. Да, да. Это вот части вот наших машин. Вот в этой машине половина из того, что здесь написано, используется. Вот и в частности вот эти детали для интерферометров. Интерферометры – это те устройства, которые позволяют вот получить такие точности при координатных перемещениях. И есть только одна фирма в мире, американская, которая такие интерферометры производит. Когда-то мы давно, еще в начале 90-х годов, хотели купить у них. Да? И тут вот целое дело было, мы кучу документов оформляли, где, куда. В общем, пока эта вся история длилась, мы сами разработали все. И интерферометры разработали, осевые платы разработали, фотоприемники разработали. И сейчас мы покупаем только лазер. А все остальное с тех пор выпускаем сами. Ну, а вот это тоже установка контроля топологии только на полупроводниковых пластинах. Она сравнивает топологию трех чипов и по мажоритарному признаку выбирает годный. И обнаруживает тоже все дефекты. Это наша библиотека, которая олицетворяет, так сказать, знакомо. Вот. И ну, с нами очень хорошая связь, потому что мы поставляем наукоемкую продукцию. Тут вот логотипы всех наших предприятий. Нашему предприятию 60 лет недавно было. Слушаем, это даришь. Да, конечно. Это из оптического стекла сделано. Поставили. Там есть упаковка. Да. А это икона Александра. Ну, как известно, Александр Невский ни одной битвы не проиграл в своей жизни. И мы тоже не должны. Да, и мы не должны. Очень символично. Спасибо. Спасибо.